В парке «Воронежские озера» есть отдаленные уголки, которые не сразу бросаются в глаза отдыхающим. Может быть, поэтому и мусорят здесь чаще. Эту несправедливость заметили волонтеры и взялись за грабли и мусорные мешки. Сегодня провели экоуборку на Воронежских озерах и планируем, в принципе, проводить уборки на территориях зеленых насаждений, в парках, в скверах. Но при этом наше эконаправление будет не ограничиваться только экологическими уборками. Мы будем проводить экопикники, мы будем заниматься лекциями, уроками для учеников школ, для студентов. Здесь гулять с маленькими детьми пожилые люди, пенсионеры, ветераны. Это промышленный район, не новый, достаточно старый район города. И это единственный парк, который находится в промышленном районе, поэтому хотелось бы сделать территорию почище, чем была. Приводить территорию парка в порядок волонтерам помогал фонд «Здоровая жизнь» и Самарский областной наркологический диспансер. Региональное отделение Союза добровольцев России поддерживает общую тенденцию по стране. Забота об экологии становится популярной. Акции проводятся по всей России. Это очень здорово, что вот они объединились, пришли. Это у них не одноразовая акция, и они постоянно участвуют. И тем самым они своим примером других вовлекает в это благое дело. В рамках эко-акции добровольцы планируют охватить все крупные парки Самары, а также выехать в муниципальные районы Самарской области. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.